за получение высшей отметки ЕГЭ 100 баллов несколько лет назад учредил глава Дагестана Сергей Меликов. Теперь каждый год проходит торжественное вручение денежной награды. Помимо 100-бальников, сертификат также вручают призерам олимпиад, конкурсов и их наставникам. 14 июля в Доме дружбы руководитель региона поздравил талантливых ребят, в числе которых были и каспийчанки. Выпускница гимназии номер 7 Патимат Нухкадиева, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, а также выпускница школы номер 3 Милана Адилова, 100-бальница по химии. Сергей Меликов поблагодарил девушек и юношей за достижение высоких результатов, а также отметил, что важно, чтобы выбранная ими профессия приносила пользу родине и давала возможность им испытывать чувство удовлетворения.